Услышать проблемы людей и помочь их решить. В Могилевской области единый день приема граждан. Парламентарии отправились в регионы. В Глузке местом встречи члена Совета Республики и граждан стал местный райисполком. Прием ведет Сергей Севец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по государственному строительству. Вопросы разные. Работа правоохранительных органов, жилищно-коммунальное хозяйство, трудоустройство. Посещая ту или иную область, мы бы хотели комплексно и системно посмотреть, насколько четко организована работа с населением, насколько оперативно и эффективно решаются те вопросы, которые волнуют наших граждан. Это такой синергетический эффект в целом для того, чтобы понимать ситуацию, которая на местах складывается и, возможно, требует вмешательства на уровне республиканских органов государственного управления, формирующих либо реализующих ту или иную политику. Поездка парламентария в Глузк – это не только прием граждан. Программа насыщенная. После общения с людьми Сергей Севец встречается с активом города и района. Затем открытый урок в местной гимназии. Тема – региональная политика. В качестве слушателей – выпускники. Разговор зашел и о выборе будущей профессии. Было интересно, затронули какие-то очень важные вопросы. Вопросы развития государства и вопросы участия молодежи в общественной, политической, вообще какой-то культурной жизни нашего государства. Стоимость и ассортимент продуктов в магазинах, лекарств в аптеках также в поле зрения парламентария. Речь помимо овощей и фруктов о мясных, хлебобулочных изделиях, крупах, молочной продукции. Внимание не только цене, но и качеству. Единый день приема граждан охватывает все города области. В Бобруйском райисполкоме жителей выслушала заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению. За несколько часов со своими вопросами пришли 15 человек. Мы считаем, что именно на месте можно решить или разобраться в той или иной ситуации. Завтра будет заседание президиума выездное Совета Республики, на котором будут обсуждаться самые актуальные вопросы, которые сегодня озвучивали граждане. Представители власти постоянно держат руку на пульсе. Личные встречи зарекомендовали себя как эффективный инструмент в работе с проблемами людей в регионах. Все вопросы, которые прозвучали в ходе единого дня приема, возьмут на контроль и по возможности окажут содействие в их решении. Практику личных встреч в регионах продолжат. Дальше парламентарии отправятся в Витебскую область, посетят все районы, выслушают предложения, жалобы и просьбы. Максим Кемель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.